Эти слезы на подушке удивляют тем сильней, что не Вяземский, не Пушкин в суете последних дней. Спокойно, как на дне, не печальная соната, ни поэма, ни панно не тревожит, а вот надо ж, слезы льются все равно, подчиняясь сновиденью. Изливается душа царскосельской дребеденью, то волнуя, то смеша, что за польза в этой влаге, кроме смазки для очей. Слезы льет зачем? Или это просто средство, чтоб ни слова не сказав, увидать изнанку сердца через мокрые глаза? Для того ли пел я песни? Гуляю по столице и бываю во дворце, а во сне я вижу лица, танцы, лестницы, лицеи, а еще я вижу поле, а еще далекий плен. Раскаяния, ни боли, никаких причин для слез. Спасибо большое, спасибо.